Всем привет! Меня зовут Елена, и вы со мной на канале «Сад бесконечного лета». Я проживаю в городе Воронеже. У меня в домашней коллекции три спатифилума. Но один обычный покупали в супермаркете. Второй сорт New One, вот такой маленький, карликовый сорт. Такого малыша я недавно приобрела. И спатифилум Gemini. Средний рослый сорт, сжатые вариегатные листья. Я его не так давно делила. Малыши на укоренении. Но здесь вот посмотрите, после деления уже пошли отростки. Вот этот вот листик надо убрать. Потому что вот видите, там уже растет корешок. Вот он. Мне очень нравятся эти растения. Они неприхотливые в уходе. И есть сорта очень необычные, согласитесь. И сегодня я приобрела еще три сорта спатифилумов. Заказ был сделан на Авито. Доставка сюда включалась. И маленький подарок-сюрприз. Люблю покупки. Люблю сюрпризы, люблю подарки. Давайте быстрее распаковывать посылочку. Ну, здесь и утепление, и упаковочка такая хорошая. Ой, малыш, конечно. Но сейчас посмотрим. Так, как бы листик не отрезать. Так. Всегда, даже маленькие, даже самые маленькие покупки такие волнительные для меня. Так, это сорт Шопен. Очень красиво цветет такими треугольными цветами. Мне он очень понравился. Упаковочка хорошая. Туалетная бумага, чтобы не высыпался грунт. Замотана скотчем. Болит. Ну, пока корней не видно. Видимо, недавно только рассадили. Я его пересаживать не буду. Так, вот побольше. Так, сейчас мы вот этот уберем. Так, ой, вот этот вообще эксклюзивчик. Эксклюзивчик, ну тоже карликовый сорт. Приходится жертвовать упаковкой, дабы не травмировать растения. Здесь стаканчик побольше, 500 миллилитров. Ой, посмотрите, какой красавчик. Ой, ну вот здесь вот немножко припотел. Это сорт Флорибундум. Флорибундум. Ну вот здесь, видите, корни есть, он пересажен был уже давно, но все равно трогать не буду. То же самое, упаковочка хорошая. Ой, какой необыкновенный. Первый раз такой вижу спатифилум. И третий сорт, самый большой. Я не знаю, наверное, не уместится в камеру. Так, сейчас я его распакую. Так, камеру сняла и теперь покажу, потому что он более рослый. Сорт Diamond. Тоже прослеживается вариегатность небольшая. Но все они очень разные. Здесь горшочек, ну, наверное, 0,8, около литра. Все так же упаковано классненько. Вот теперь у меня и небольшая коллекция спатифилумов. Ой, очень красивая. И продавец мне положил сюрпризик. Сейчас посмотрим, какой. Люблю сюрпризы. Люблю и покупки, и сюрпризы. Так, ой, что это тут у меня? Это циркон препарат. Вот такие мелочи. Здесь что-то. Какие-то наклеечки, прищепочки, шпажки. Воздушный шарик. Так, это, наверное, ну, фиксатор. Это тоже наклеечка. Вот такая вот открыточка.
Ну, это тоже фиксатор. Я думала, будет, конечно, растение, но это же сюрприз. Поэтому вот так, мелочи приятно. Приобретенными растениями что я сейчас сделаю? Сниму скотч, выну туалетную бумагу, поставлю на отдельное окошко, обработаю против вредителей, и они у меня недельку постоят на карантине, понаблюдаю за ними. Ну, в принципе, при первичном осмотре растения все чистенькие. Ну, видно следы обработок. Видите пятнышки? Это говорит о том, что продавец заботится о цветах, обрабатывает. На первый взгляд растения все здоровы. На этом я свое короткое видео буду заканчивать. Все, до новых встреч. Пока-пока.